Идут, короче, по лесу Белоснежка, дюймовочка и тупица просто, вот наитупейший человек в мире. Ну, школьник, короче, А, 18-летний, Белоснежка да, он. говорит, короче, я самая красивая. Да. А дюймовочка говорит, соответственно, я самая маленькая. А самый тупой придурок говорит, я самый тупой в мире, тупее меня нет. Я Да, такой да, да. дебил, что тупее меня нет в мире. Да. Заходят они в дом правды, короче, Ага. выбегает оттуда в слезах Белоснежка и говорит, я не Да. самая красивая. Самая красивая — это спящая красавица. Дюймовочка тоже восходит, расстроенная, вся в слезах, говорит, я не самая маленькая, мальчик с пальчик гораздо меньше меня. Выходит разъяренный, короче, придурок и говорит, блядь, а кто такой Денис Сухачев, который женился на Ралинке Мамедовой, а та потом к рокеру ушла? Я что-то не понял. А ну повтори. О! А нету звука. А нету. А нету. А нету. А повтори, дурачок. А не слышно ничего.